Всем привет, друзья! С вами город Алиэкспресс. По ссылочке. Данная посылочка хороша и для инженеров, и для дам. Это у нас вот такой вот столик ультрафиолетовый. Вот. Кстати, удобная штука, так раскладывается, удобно складывается. Давайте проверим. Посмотрим, такой лапшевидный кабель. Достаточно, ну, знаете, хороший, на первый взгляд, кабелочек. Здесь без таймера, самый простой, самый дешевый. Мне тут он уже порезан. Ой, цыгане. Эти китайцы. О, работает. Ультрафиолетовые, 6 лампочек. Собственно, включается и выключается. Все очень просто. Потребляет он у нас 100 миллиампер, не так уж и много. Можно с собой куда-то в поход брать, на какой-нибудь ремонт походный. Ну, в общем, можно, кстати, ногти делать. Вот это вот, вот так вот засовываете, и оно у вас, этот лак специальный акриловый, застывает. В общем, такой вот столик, ну, мне нравится. Прикольный, компактный. Кстати, ножки сделаны с прорезями под лампочки, даже в закрытом состоянии. Можно вот так вот что-то светить, что-то делать. Ссылочка в описании. Я это брал, скажу сразу, я уже давно пользуюсь зеленкой, уфоклеем и всем остальным, но у меня простой, обычный фонарик, уфо-фонарик. И вот я сидел, вот так вот держал этот фонарик. Теперь у меня есть столик, и теперь на одну проблему меньше. Поставил, ножки разложил и ушел себе на минут 10-15. Пришел, уже все застыло. В общем, такие вот дела, народ. Ссылочка будет в описании. И всех с праздниками. Всем пока.